Всем доброе утро. Это Йошкар-Ола в районе 7 часов утра, 23 апреля, воскресенье. Бегу воскресную длительную пробежку и остановился для того, чтобы принять спортивное питание. Не секрет, что длительные пробежки требуют очень много энергии, а я бегаю больше 20 километров по воскресеньям. И у меня из дома оказался просроченный вот такой гель фирмы СИС. Он просрочен где-то на полгода, но поскольку это СИС, то он очень энергоэффективный и полезный в питании. Я заметил, что если ты его ешь, даже просроченный, он не теряет своих свойств, очень энергоэффективный, еще раз повторюсь, удобный. Я заметил, что вот у меня стоит дата сентябрь 22 года, сегодня апрель, я уже бегал на таких просроченных гелях. У меня вкус Tropical, Isotonic, SIS. Он вполне себе отлично заходит. Вот. И никаких последствий для организма, хочу сказать. А вот так вот он выглядит. А все сложнее сейчас их стало покупать, но тем не менее. Вот. Спасибо еще раз всем, что посмотрели, досмотрели это видео до конца. Желаю вам спортивных успехов.